21 августа около 16 часов в городе Ульяновске на улице Ефремова в офисе коммерческой организации произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из ружья в своего оппонента, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавший жив доставлен в медицинское учреждение. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции злоумышленник был задержан возле одного из домов по улице Промышленной. А ты знаешь, что моему сыну 14 лет, его обещали убить? В настоящее время полицейскими совместно с коллегами из Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего.